Партнер программы – сеть ломбардов «Золотая корона» в Орске. Здравствуйте, меня зовут Ксения Семененко. В эфире новости телеканала «Евразия». Мы расскажем вам о самых важных, интересных событиях в Орске, Гае, Новотроицке и во всем Оренбуржье. В этом выпуске смотрите. В районе биофабрики обнаружены трупы нескольких собак. Зооволонтеры попытались восстановить хронологию событий. Их внимательно выслушали Татьяна Лакеева и Николай Баранников. Рано утром 17 марта жизнь семьи Мироленовых разделилась на до и после. В 4 часа утра в доме вспыхнул пожар. Буквально за час от здания практически ничего не осталось. Все подробности в материале Анны Паначевой и Дамира Насырова. Полицейские Орска задержали местного жителя, который работал курьером на мошенников. Молодой человек помог злоумышленникам украсть у пенсионерки 700 тысяч рублей. В связи с увеличением сброса воды из Ореклинского водохранилища до 60 кубометров в секунду запрещен выход на лед. Об этом сообщает администрация Орска. Городское управление гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций предупреждает любителей зимней рыбалки об опасности нахождения на льду в этот период. Уважаемые орчане, будьте внимательны и осторожны. Родители, не допускайте пребывания детей на льду, особенно в дни весенних каникул. 20 марта с 8 утра в поселке ОЗТП не будет воды из-за ремонтных работ. В поселке Степной ожидается снижение давления. По информации РВК Орск, специалисты проведут плановые работы на водоводе, подающем питьевой ресурс в микрорайон ОЗТП. Это позволит сократить водопотери и в последующем предотвратить аварийные отключения, а также минимизировать неудобства для горожан. Жителям рекомендуется заранее сделать запас воды. Все социальные объекты уведомлены об отключении для корректировки образовательного процесса. Восстановление водоснабжения планируется после завершения работ. Администрацию Орска через суд обязали привести в нормативное состояние несколько контейнерных площадок для сбора мусора в Октябрьском районе. В прокуратуру обратились местные жители с жалобами на нарушение законодательства в сфере обращения с ТКО. В ходе проверки надзорным ведомством было установлено, что контейнерные площадки, расположенные по адресам улица Люберецкая, дом 2, улица Горького, дом 79 и 119, улица Олимпийская, дом номер 20 и дом номер 30, не соответствуют нормативным требованиям, а именно полностью или частично отсутствует ограждение, подъездной путь, твердое непроницаемое покрытие. В связи с выявленными нарушениями прокурором Октябрьского района в адрес главы города Орска внесено представление. Однако по результатам его рассмотрения площадки не приведены в соответствие с требованием СанПин. Тогда руководитель ведомства направил исковое заявление об обязании администрации города Орска привести контейнерные площадки в соответствие с нормативными требованиями. Суд удовлетворил исковые требования надзорного ведомства. Помните, прокуратура через суд добилась того, чтобы в 4-й школе Орска отремонтировали бассейн и подвал. На портале госзакупок завершен электронный аукцион на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания и инженерных коммуникаций бассейна. Речь идет об усилении и устранении аварийных участков. Начальная цена торгов – 270 тысяч рублей. В технической документации закупки указаны сроки, к которым документы должны быть готовы не позднее 1 августа 2024 года. В Новотроицке 26 марта состоится 50-е заседание Горсовета 6-го созыва. Народные избранники, в частности, заслушают информацию о работе МКУ «Городское благоустройство и дорожное хозяйство» в 2023 году и о плане работы на 2024 год. Ознакомятся с итогами исполнения мероприятий по созданию ТСР на территории муниципалитета, а также с итогами проведения оздоровительной кампании, отдыха и занятости детей и подростков в 2023 году и планах на 2024. Кроме того, депутаты проголосуют или не проголосуют о передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование сразу нескольким организациям. Несут изменения в свое же решение о наказах избирателей, рекомендуемые для исполнения в 2024 году, и объявят благодарности отдельным депутатам и сотрудникам мэрии. В деревне Узембаево Гайского округа по программе «Инициативное бюджетирование» приступили к ремонту клуба досуга. На эти цели будет потрачено порядка 1 200 000 рублей. Здесь планируется провести ремонт крыши с частичной заменой стропил. Кроме того, будет возведен тамбур, построен пандус для маломобильных групп населения, выполнена отмостка, появятся тротуарные дорожки.
Неизвестные расстреляли собак в районе поселка Биофабрика. Об этом в redaktors.ru сообщили волонтеры, которые обнаружили тела. По словам зоозащитников, они давно заметили, что на окраине появились животные с бирками. Хотя, как утверждают активисты, ссылаясь на федеральный закон, их нужно после стерилизации и чипирования возвращать на прежнее место обитания. Впрочем, доказательств того, что этих псов вывозят на биофабрику после отлова, нет. Выпустив собаку в районе биофабрики, соответственно, вы ее обрекаете на верную смерть. Там нет источника питания, там вблизи нет ни жилых домов, где бы собака могла подкормиться как-то, и очень холодно. Зоозащитники организовали группу поддержки для бездомных собак. Поскольку мы уже не первый раз заметили, что там на биофабрике появляются стерилизованные собаки с бирками, наша группа «Джульбарс» разделилась, и девочки периодически, регулярно по графику ездят туда кормить животных, потому что мы понимаем, что это голодная смерть, если их там не подкармливать. И позавчера, вчера приезжали, даже можно сказать, что вчера с утра приезжали, все собаки были живы, а когда второй волонтер подъехал, обнаружились трупы. Предположительно, одна собака была ранена, но она не выжила. Это каким надо быть зверем, чтобы такое сотворить животным, безобидным животным? Волонтеры считают, что можно восстановить хронологию событий по данным на бирке. Там зафиксировано, когда и где пса отловили, когда чипировали и когда отпустили. Можно хронологически восстановить всю цепочку, всю последовательность, как собака оказалась на биофабрике. То есть, если подрядчик ее туда выпустил, у него будет видеозапись. Если этой видеозаписи нет, то, соответственно, он что-то скрывает. В настоящее время тело одного пса и гильзы изъяли полицейские. Зоозащитники же надеются, что тот, кто расправился с собаками, будет найден и наказан. Татьяна Лакеева, Николай Баранников, служба информации, телерадиокомпании «Евразия». Раннее утро 17 марта разделило жизнь семьи Мироленовых на до и после. Айгуль была дома одна, муж и сын на работе в Новотроицке. Женщина долго не могла уснуть, а когда все же удалось, случилось страшное. Я подумала, проснулась на шорох, ну, какое-то шипение было, ну, как, в общем, шум. Я соскочила бежать, побегая сюда, думала, что кот гоняет цыплят. Сюда выбегаю, у меня тут с потолка все течет, были везде натяжные потолки, загорелось на кухне потолок. Я выбежала, там светло, как днем, хотя я свет вообще не включала, 4 часа утра. Я выскочила, хотела спирада воды, у меня в углу раковина была. Ну, я так смотрю, что я не смогу добежать, потому что все вот этот пластик, он течет, свисает, все горит. От шока Арченко не понимала, что делать. Она позвонила мужу. Тот сказал быстро брать документы и выбегать из дома. Я взяла документы. У нас, благо, в одном месте были сумочку, документы. И взяла кошелек с деньгами. Был там наличные, оставались. Но я его выронила. И я пока сумку доставала с этого документы, наверху у меня, ну, плохо мне стало, потому что уже черное все было отсюда. Я пока шла, вот спальня у меня там в углу, у нас спальня была. Пока я вот выходила, вот он, пожар здесь начался, в этой части дома, кухня была. А выход, ну, вы видели, где выход. Я пока шла, там всего лишь, наверное, секунду, может быть, две там бежать. Но мне показалась вечность, потому что все черное было, дым. Я, ну, кое-как нашла выход, дверь. Все, я в одном халате выскочила. Дом семья Мироленовых построила самостоятельно. Недавно они сделали ремонт, полностью заменили мебель, технику и даже немного расширились, сделав пристрой. Теперь от всего дома осталось буквально пару стен. Все, что нажито было непосильным трудом, 27 лет мы живем. На этом месте мы живем 24 года, с 99-го у нас сын родился в этом доме 2000-го. Мы строили сперва одну часть, все это мы сами своим трудом. Сейчас сельчан приютила подруга Айгуль, но это ненадолго. Надо думать, что делать дальше. Восстанавливать свой дом или копить на покупку нового. Пока что семья осталась без ничего в прямом смысле слова. Спасибо односельчанам, друзьям и родственникам, которые помогают, чем могут. Я выбежала в одном халате, без носков, без ничего. Люди помогают потихонечку, подруга поддерживает хорошо. А муж и сын, они вот в рабочей форме. Теперь вот они в рабочей форме. Сейчас вот уже вчера привозили там родня, этот вот вещи понемногу люди дают. А так ничего, ни посуды. Два холодильника у нас было, один новый. Вся мебель у нас, мы начали как бы, ну, как вот работать начали вместе. С 19-го года у нас все новое было. Старье повыкинули. Старье все выкинули.
Помочь семье Мералиновых может каждый, и не обязательно большой суммой. Даже маленький перевод – это огромный вклад в будущее арчан и восстановление их жилья. Реквизиты для перевода на ваших экранах. Есть дела, которые нельзя отложить. И есть вещи, которые можно заложить. В ломбардах «Золотая корона». Быстро, выгодно, надежно. «Золотая корона». Рядом, когда срочно нужны деньги. Приезжайте в Chery-центр Ника Авто на Жуковского. Именно здесь в наличии и под заказ автомобиль бренда Chery. У нас действует выгодное предложение, рассрочка и трейд-ин. Chery-центр Ника Авто на Жуковского 17А. Телефон 375-300. Chery. Fun to drive. В Орске зафиксирован один случай заболевания корью. С начала 2024 года специалисты горбольницы проводили работу по этому единичному случаю, у которого было 8 мест пребывания. Организован осмотр контактных лиц, вакцина-профилактика по эпидемическим показаниям, медицинское наблюдение в течение инкубационного периода. Вспышка этого вирусного заболевания с высоким уровнем заразности наблюдается во всех регионах России. Это связано с пробелами в охвате вакцинации, трудовой и туристической миграции. Корь опасна своими осложнениями. Нарушением работы внутренних органов. Специфического лечения данной инфекции нет. Лучшей мерой профилактики является иммунизация в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Накануне мы рассказывали вам об утечке на пересечении улиц Народовольцев и Парижских коммунаров в Орске. Местные жители рассказали нам, что уже несколько лет из колодца течет питьевая вода. Происходит это периодически. Вот, например, сейчас дорогу затопило, а вместе с тем вода подбирается к частным домовладениям. Днем тут огромные лужи, а ночью они превращаются в обледенелые дороги со множеством ям. И, по словам арчан, РВК Орск бездействует. До этого не было такого, как бы текла, но она текла в пределах колодца, как бы набиралась, а в этом году вот текет, вот мы уже, наверное, на протяжении месяца мучаемся, вызываем водоканал, они приезжают, выкачивают, но ничего сделать не могут. В пресс-службе РВК Орск нам сообщали, что диспетчер передавал заявку на участок для проверки. Эту проверку провели. Выяснилось, что на улице Народовольцев 36 утечка на частной врезке. Повреждения на абонентских сетях собственники устраняют самостоятельно. Они также могут обратиться за заказом услуг по обслуживанию сетей в специализированную компанию, которая проводит такие работы, или в водоканал. Специалисты рассмотрят обращение и подготовят расчет комплекса услуг на абонентских сетях. Теперь арчанам необходимо слаженно обсудить это и принять решение о ремонте вместе. В ГАИ отец и сын угнали «Волгу». Мужчины сорвали навесной замок с ворот чужого гаража, выкатили оттуда автомобиль, погрузили на эвакуатор и отвезли в Орск на скупку металла. Выручка гайчан составила 54 тысячи рублей. С учетом обстоятельств дела суд приговорил каждого к обязательным работам на срок 400 часов и взыскал возмещение ущерба в пользу пострадавшего хозяина «Волги». В Новотроицке после чистки дорог грейдером не осталось лежачих полицейских по направлениям НЗХС и Стройгородок. В конце октября на сложных перекрестках города установили искусственные дорожные неровности, разметки и специальные дорожные знаки. С наступлением зимы администрация приняла решение не демонтировать лежачих полицейских, а оставить их на дорогах. Однако горожане тогда выразили свои опасения, что во время чистки дорог их просто-напросто снесут. И более того, под весом грузовиков полимерные лежачие в сильный мороз могли просто-напросто треснуть. Так, собственно, все и случилось. Сейчас от неровности остались только ошметки. Полицейские Орска задержали местного жителя, который помог мошенникам выманить у пенсионерки 700 тысяч рублей. Установлено, что молодой человек нашел объявление о работе посыльным в мессенджере. В его обязанности входили сбор денег у пожилых людей и перевод их на счета мошенников. Напомним, неизвестный злоумышленник позвонил 82-летней арчанке, представился врачом и убедил женщину, что ее внучка доставлена в больницу и нуждается в операции, для которой необходима большая сумма. Перепуганная бабушка передала прибывшему курьеру все имеющиеся у нее деньги. Парень отвез их в банкомат, оставил себе 5000 рублей, остальное перевел своим заказчикам. По данному факту возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
В Гайском округе начали работу два новых автоматических пункта весового и габаритного контроля. Они находятся вблизи поселка Халилова и на третьем километре автодороги Новониколаевка-Новопетропавловка. Пункты контроля установлены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» для сохранности региональных дорог. Теперь в случае превышения весогабаритных характеристик грузового автомобиля информация о нарушителях будет поступать напрямую в Ространснадзор и Управление ГИБДД по Оренбургской области. Юные орские баскетболисты обошли 4 команды и стали лучшими на соревнованиях Лига Зубкова, которые прошли в Магнитогорске. На протяжении 3 дней шли игры. Наши ребята, воспитанники спортивной школы «Надежда», оказались сильнее всех и заняли первое место в турнирной таблице. Первый тур этих соревнований проходил осенью, где спортсмены заняли 4 место. Как рассказывает тренер Валерий Заграй, за это время арчане проработали все ошибки и во втором этапе показали, на что они способны. Подналадили командную игру, взаимодействие игроков улучшили. Ну, думаю, именно командный дух, ну и желание победить, ребят было больше, чем у остальных. Из-за этого мы заняли первое место. Баскетболисты орской команды тренируются и занимаются этим видом спорта уже около 4-5 лет. А еще помимо общей победы, некоторые ребята получили индивидуальные призы. Лучший игрок команды Кирилл Махмутов, самый полезный игрок команды Данил Береза, лучший атакующий защитник Степан Заграй. Конечно, ребята переживали за результат, но на площадке все встало на свои места. Да, волнение присутствовало, каждая игра была напряженная, особенно финал, но ребята постарались, молодцы, выиграли. Мы упорно тренировали броски, передачи. Я был в себе уверен, присутствовал какой-то страх некий, но мы выиграли ее. Мы очень старались с командой, поэтому и выиграли первое место. Была радость, и мы должны дальше тренироваться и получать такие же награды. То есть не останавливайтесь на достигнутом? Нет. Мы желаем успехов спортсменам и поздравляем с победой. Усадьба купца-литвака в Старом Городе попала в программу развития Орска до 2035 года. Это значит, что здесь будет проведен масштабный ремонт. Так чем же ценен этот объект? Давайте вместе устроим экскурсию по усадьбе. Начнем с улицы. Усадьба купца Литвака – это целый комплекс. На первом этаже находилась торговая лавка, а на втором – жилые площади. Фасад, выходящий на улицу Советскую, покрашен и побелен, но с торцов и на заднем дворе сохранилась кладка в первоначальном ее виде. Кирпич практически цел. Надо отметить, что и сам дом с технической точки зрения для начала 20 века был, очень прогрессивным. Владимир Максимович Литвак использовал окна как витрину, установил котел для отапливания всего дома на крыше. Для небольших городов это было крайне необычным решением. Откуда купец принес эти идеи и чем именно торговал, неизвестно. Предположительно, занимался он мануфактурой и вином. Кстати, точный год постройки и имя архитектора неизвестны. Никаких строительных документов ни в городском, ни в областном архиве нет. А теперь заглянем внутрь. В 1930 году особняк был муниципализирован. И с тех пор здесь находится старейшая библиотека Орска, филиал номер 3. На первом этаже детская, а на втором для всех читателей Старого Города. Чтобы туда попасть, нужно подняться по крутой лестнице, которая также находится в том же виде, что 100 лет назад. Пока вы идете по старым ступенькам, представьте, как сложно было спуститься по ней к гостям после веселой вечеринки. Не иначе мужчин поддерживали их жены. Это столовая, насколько я понимаю. Здесь да, сейчас мы с вами находимся в самом сердце дома купца Литвака и находимся в столовой, которую мы сейчас называем гостиной. Интерьер этой гостиной мы постарались воссоздать так, как это было раньше, так, как это было при жизни купцов. Вот обратите внимание на вот этот круглый стол. Такие столы и были, использовались в интерьере. Сохранили орнамент. Да, мы пошили такие шторы. Все сделано в стилистике того времени. Ну, соответственно, дизайна того времени. Да? Чехлы на стулья. Книги, которые были тоже. Потолок. Потолок – это уникальная роспись. Уникальная роспись – это реальная роспись, которая сохранилась. Вот. К сожалению, мы не знаем, кто были эти художники, которые это расписывали. Но мы точно знаем, что камин – это произведение голландских и немецких мастеров. А купец вообще любил камины, я смотрю. Ну, скорее всего, а чем было отапливать?
Надо сказать, каминов и печей в особняке действительно много, почти в каждой комнате. Камины сохранились в первозданном виде, и их даже можно было бы топить, если бы была исправна система вентиляции. Камины уникальны. Каждый камин уникален тем, что на нем свой орнамент. Где-то растительный, где-то степной, где-то какой-то просто соблюдается, какие-то традиционные такие вот. Усадьба Литвака – единственный особняк начала 20 века в Орске, в котором сохранилась планировка – спальня, столовая, детская, кабинет, комната прислуги и гостиная. А это гостиная, пожалуй, самая большая комната в усадьбе. Когда-то здесь принимали гостей, здесь были балы, чтения. Интересный момент. В комнате был балкон, но в 90-х годах его срезали из-за аварийного состояния. Тогда же в 90-х годах был срезан и котел за ненадобностью. Но с учетом минимальных вмешательств в конструкцию особняка, он целиком сохранил дух эпохи. Работники библиотечной системы Орска бережно относятся к культурному наследию, собирают редкие издания, поддерживают состояние и интерьеры здания. Каждый визит арчан суда – это путешествие в мир книг и экскурсия в прошлое одновременно. И даже после того, как здесь будет сделан ремонт, усадьба останется особняком, мини-музеем и памятником культуры 20 века. И, конечно же, библиотекой, в которую может зайти любой. Татьяна Лакеева, Константин Макаров, служба информации телерадиокомпании «Евразия». Партнер программы – сеть ломбардов «Золотая корона» в Орске.